времени суток, друзья. И сейчас будет, да, наверное, пока что небольшой стримчик. Мы с вами потестируем новую сборку на сложности героизм. Вы в безопасной зоне. Для начала краткий экскурс, что за сборка у нас. Она не завершена, поскольку нам осталось выбить под нее вот этот замечательный дробовик Скорпион. Итак, вся остальная сборка достаточно рабочая. Смотрим. У нас с вами 4 куска сталелитейного бастиона. Я их все поставил на броню. Это вариация сборки с бронедверью. У нас с вами ключевая фигура, плюс 5% всего брони, с талантом «Идеальный авангард». Выставив щит, вы получаете неуязвимость сроком на 5 секунд, а все ваши союзники – дополнительную броню в размере 50% от вашей брони сроком на 20 секунд. Восстановление 25 секунд. То есть раз в 25 секунд я накидываю дополнительную броню на своих товарищей. Неуязвимость срока на 5 секунд – это тоже очень круто. То есть когда совсем жарко нас прижало, это имеет место быть и есть смысл это использовать. Свободная ячейка, кстати, почему-то. Ладненько, это мы поставим. Сталитейным бастионом все просто. И мементо. Мементо нам нужен для чего? Смерть подтверждена. Агенту требуется помощь. Собственно, убитые противники оставляют... Роняют трофеи. Собери их, вы получаете два усиления. Краткосрочное и долгосрочное. Первое из них масштабируется в зависимости от числа имеющихся основных характеристик и действует 10 секунд. Урон от оружия плюс 5%, добавочная броня 10%, эффективность навыка плюс 5%. За каждый взятый трофей вы дополнительно получаете плюс 1% к урону от оружия, плюс 1% к эффективности навыка и плюс 0,1% к восстановлению брони сроком на 300 секунд. Эффект суммируется до 30 раз. Из оружия. Обязательно швабра или ее вариация. Чем этот автоматический дробовик хорош? Высокий урон, большая скорость перезарядки, удобный магазин и дополнительно плюс 10% брони за убийство. Убийство противника восстанавливает 10% брони, дополнительно еще, в течение 5 секунд. Убийство выстрелом в голову повышает эффективность ремонта на 10%. Здесь мы не используем сборку пулеметчика. Используем, собственно, сборку инженера для того, чтобы один из навыков, ну, в принципе, оба навыка были плюс один уровень. Второе оружие в данный момент, это мой любимый ПП, Леди Смерть. У него хороший урон броне, шанс критического попадания и урон от ПП дополнительно. Воздух свободы, его уникальный талант. При движении вы получаете до 4 зарядов в секунду, при беге до 8. Все можно накопить до 32 зарядов. Это действительно очень много и очень быстро. Каждый выстрел расходует заряд, что приводит к увеличению наносимого урона на 75%. Каждое убийство дает плюс 20% к скорости перемещения сроком на 10 секунд. Скиллы. Мы используем щит крестоносец. Он у нас... 6 уровня за счет мемента и, собственно, за счет нашей специализации. Также мы используем дрон-боевик. Он 2 уровня. Собственно, один уровень дает у нас мемента-рюкзак. Второй уровень у нас дает специализация. Он наносит очень неплохо урона и помогает отвлекать противников. Эта сборка замечательно работает на сложности испытания. Сейчас я хочу попробовать ее на сложности героизм. Мы не будем брать контрольные точки, потому что на героизме брать контрольные точки это очень тяжело. Эту сборку мы будем тестировать в варианте различных ивентов на карте, чтобы получать больше экспы. Поскольку основная моя цель сейчас это прокачать уровень сезона, получение большего количества опыта и больше шансов попадения нужных нам вещей, это основная цель. Давайте поищем какое-нибудь мероприятие. Ну вот, очень даже приятное мероприятие. И посмотрим, насколько этот билд играбелен на сложности героизм. Еще раз, на испытании он выдерживает на ура, никаких проблем. Щит ни разу не сшибали. Так. Единственное, этот билд очень...
и ресурсоемкий. Емкий по патронам. Ну, что я могу сказать? На героизме больно. Вот, нас сшибли щит, и теперь нам все еще больно. Угу. То есть, несмотря на то, что сталелитейный бастион по умолчанию неплохо нам щит восстанавливает, на героизме играбельно, но тем не менее щит могут снести. Возможно, здесь все-таки нужен тот уникальный дробовик. Но мы над ним работаем. За счет мемента и дробовика мы хилимся, восстанавливаем броню. То есть собираем вот эти вот кусочки. Вижу дополнительные вражеские цели. Но все гораздо более живучие. Ты не спрячешься. То есть видите, как неплохо щит сносит. Запустили дрон. Ну, в принципе, играбельно, но я думаю, все-таки тот дробовик, который навешивает дополнительные дот и увеличит наш урон, он будет получше. Потому что щит с нами снесли. Однако, смотрите. Мы справились. Я бы не сказал, что прям это настолько неподъемно было. Это вполне играбельно. В общем, вот, друзья, это было маленькое видео с разбором нашего нового билда. Через 20 уровней сезона ровно, возможно, я выпущу новое видео, в котором будет его апдейт под другой дробовик. Спасибо, что были с нами в этом небольшом эфире. Или что посмотрели это видео на YouTube.